Картина похожа на случайный фотоснимок. Девочка смотрит вдаль, куда-то в глубину сада, а не на зрителя. В руках ее лейка, почти сливающаяся с платьем. Девочка выглядит счастливой, довольной и вместе с тем серьезной. Судя по всему, она рада, что ей поручили такое серьезное дело и надеется подойти к нему со всей ответственностью. Нежные светлые кудряшки перехвачены красным бантом. Щечки зарумянились, тесные глаза кажутся хитрыми и шаловливыми. В творчестве Ренуара немало картин, где центральную роль отводится девочкам. Картина «Девочка с лейкой» запоминается своей непосредственностью. Техника, в которой исполнена картина, типична для позднего импрессионизма. Мелкие мазки превращают пространство в сложно сплетенную, из мельчайших оттенков фактуру, искрящуюся и выразительную. Плавные переходы полутонов полностью исключают какой-то любой намек на контур или четкую линию рисунка. Ренуар считал свет самодостаточным инструментом для создания картин, и «Девочка с лейкой» еще одно тому подтверждение. Thank you.